Партия привлекает дополнительные силы, чтобы уменьшить нагрузку на медперсонал подмосковных больниц и поликлиник. Об этом говорили участники второго социального форума «Единой России», прошедшего 26 января. Студенты-медики волонтерских центров помогают врачам, работающим в красных зонах. Свою помощь они предлагают безвозмездно, проводят термометрию на входе, работают на телефонных горячих линиях, заполняют медицинские документы, а еще доставляют нуждающимся воду, продукты и лекарства. Партия обеспечивает волонтерские центры средствами индивидуальной защиты, техникой и другими ресурсами, чтобы добровольцы могли продолжать свою важную работу.